удар по воротам и 1-0. Ну вот голландцы наконец-то взялись за дело, и Дэви Пропер открывает счет в этом матче. 1. Хороший получился удар, скидка. Пропер оказался на свободном месте, никто его не держал. Снова белорусы в атаке, голландцы взяли паузу, и хозяева этим пытаются воспользоваться. Володько, удар, гол! 1-1! Они били-били и забили. В Голландии со Швецией интриги. Вот этого точно никто не ожидал. Чейз с командой Швеции. Подача, удар. Мяч попадает в руку. Мяч. Она помешала мячу попасть в створ. Гигантского голландского нападающего. Арьен Робин будет бить. Внимание, удар! Точно в угол Сергея Черника. Попадает мяч, 2-1. Робин особенно. Другое дело, что таких эпизодов в штрафной площади любых команд хватает. Удар по воротам, гол, 3-1.